вообще делаешь? Учишься? Да? А чё, окошечко не открываешь? А? Темно же? Ты раскрашивала, что ли? Настя хулиганка ушла и постель не заправила. А ты чё не заправляешь? Постель. Ученица. Вот это носочки. Прям ужас. А Настя что, босиком ходит, что ли? Да? Не знаю. По улице. Ужас, какие грязные, стыдобища. Сейчас со школы придет, скажу, пусть убирается. Да. Всем привет, кстати. Вчера я думала то, что был сильный ветер. Но сегодня просто какой-то ураганный ветер. Даже где-то в обед тучка такая набежала. Гром гремел, три капли выпало. И все. Но ветер просто бешеный, на улице тепло. И, короче, надо выходить поработать. Но так хочется спать. Я сейчас покушала. С Лизой Валера приезжала на обед. Пожарила картошку с этим. Когда шашлык жарим, мы еще жарим лучок. И лук обжариваем, и я куда-нибудь его добавляю. Либо в макароны, либо в картошку. И получается такой шашлычный, нотка шашлычного шашлыка. И покушаешь, вещи так разморит, и спать хочется. А надо идти белить свои деревья. Надо мне прополоть клумбу. Вот эту вот клумбу надо прополоть. Чё там так шумит? Чё-то хожу, думаю, чё так шумит? Грейдер, что ли? Это мой муж договорился. Это Валера попросил, чтобы нам здесь все выровняли. А то здесь была просто ужасная дорога. Такие тучки на улице. Такие облака, как будто бы вот сейчас выйдешь на улицу, сейчас начнешь, побелишь, и пойдет дождь. И что-то белил, что-то не белил. Может быть, ну его нафиг. Подождать немножко, когда погода более-менее станет. Я, если признаться честно, сегодня даже не выходила на улицу. Надо глянуть, как там моя розочка, как она поживает, что с ней происходит. Я же ее высадила. И Лиза мой хвостик ходит, да? Сегодня Лиза у нас Сосоня такая вообще. Смотрите, посадила цветочки, которые оставались. Скажу, астру вот эту посадила. И левкой. И сажала я в пятницу, получается. Как же, вот перед Пасхой пятница, как она называется? Ну, в общем, поняли, да? Оказывается, нельзя было в этот день, когда Иисуса Христа, в общем, распяли на кресте. Оказывается, нельзя было ничего сажать. Я подозревала, но все-таки я думаю, ну, закину, посмотрим. И вот, смотрите, разница. И на втором этаже была астра, как хорошо, прекрасно взошла. Левкой, как будто бы все семена, это я в другой день сажала. А вот здесь вот 1, 2, 3, 4 астрочки. И вот там вот левко этот немножко. Физалис, конечно, уже все. Физалис уже просится у меня на улицу. Ну ладно, подождет. Лобелия как хорошо подросла, вытянулась. Хорошо, прекрасно, да, наши цветочки с тобой? Да. Дынька вот тут у меня взошла, вот здесь вот сковырнула, посмотрела. Там тоже вот, ну, что-то неравномерно. Клубника вообще как будто бы остановилась. Я не знаю, что с тобой, что тебе не нравится, что ты такая медленная. Прям вообще, вот сколько времени, да? Да. И такая маленькая. Это астрочки, это матиола. Это у меня какие-то цветы, забыла название. Зевсик лежит, загорает. Возле кастрюли с водой. Надо ему сейчас покушать, вынести заодно. Мои ароматные цветочки поставила сюда, в зал. Как будто бы я тут сижу. Такая роза, такой цвет красивый очень. Вот роза, это очень пахучая. Очень вкусно. А помните, я про денежное дерево говорила?
раз, два, получается, три, четыре, и надо обламывать. И вот с одного обломленного идет два ствола. Вот видите, как классно. Как классно. И будет у меня там пушистенько, красивенько. Надо выйти на улицу, глянуть, что там у нас. На улице, конечно, тепло, хорошо, но ветер, ветер бешеный. Вот буквально пару дней, какой, вот вчера они были очень маленькие, мои тюльпанчики, а сейчас вон какие, как хорошо. Еще бы стрелку бы дал, а нет, вон дал. Офигеть, я буду с тюльпанами в этом году. Вы ж только посмотрите, а вот это как-то медленно развивается. А вот моя роза, ну побаливает, видно, вон листочки опустила. Листочки, еще ветер этот туда-сюда. Еще ветер туда-сюда. Ну ладно. Надеюсь, с ней будет все хорошо. Все будет хорошо. Вот она, красотка. Только надо было кожанку одеть. Нет? Ой, смотри, и Дусика вышла. И Дусечка сразу же вышла, да? С нами. Еще один хвост. Волосатый. Тут Валера приготовил на выброс. Колеса только, наверное, эти оставить надо, на всякий случай. На всякий случай. Вот как теплые дни влияют. Вот вчера еще были все вот эти листочки сжаты, а сейчас вот прям буквально моментально. Еще я вот пошевелила землю, кислородик попал, и прям хорошо. Ой, если дождя не будет, надо будет хризантему мою полить. Ну, вот эти старые ветки, они, видите, они уже как бы такие. Ну, там молодняк идет, так что нормально. Надеюсь, все будет хорошо. Или все-таки побелить. Уже, вон, смотрите, уже вишенка распускается. Уже все распускается. В принципе, ветер, он быстро обдует. Если что, еще добелю, наверное, да? Вот это уже вся распустилась, ёшма моя. Уже почти вся распустилась. Наверное, все-таки я так и сделаю. Наверное, все-таки я побелю сейчас свои деревья. Вот здесь вот мне надо еще прибрать, убрать. Немножко побелить тоже вот эти розочки. Розочку свою. Еще смотрю, она вообще у меня не примерзла. Она вообще у меня не замерзла ни разу. Я же ее не накрывала, ничего. Вон почки. Вроде бы вот видите, идет. А здесь такое... Ой, какой ветер. Сейчас. А вот здесь такое черненькое идет, темное, да, как будто бы подмороженное. Но на самом деле, вот, на самом деле все прекрасно. Все прекрасно. И вот здесь вот тоже. Вот эти просто надо будет отрезать. Цветочки бывшие. Типа шиповник убрать, а иначе он так и будет сухой. Вот это все. В общем, работы у меня еще очень-очень много. Элиза, иди-ка сходи, забери вон этот свой зеленый шар. Он уже столько времени, он скоро к соседям, а то улетит. Вон соседка, гляжу, уже все, уже побелила. Вон какая красота, да? Когда побелено. Не мы побелим. Вот, только здесь не ходи. Нет. Вот отсюда иди. Здесь хоть клубничку стало видно немножко. Я так полола, просто пополола. Золы насыпала, как говорил. Но еще трава будет. Еще будет трава, потому что перегной. Естественно, все это будет. Вот здесь, скорее всего, нам придется копать вручную. Потому что там-то мы пахали, а здесь мы не пахали. Поэтому уже будем перекапывать. Ну и все равно в огуречную грядку копать здесь, я думаю, лук посадить, что ли. А еще что я хочу сделать... Сейчас домой приду, расскажу. Ой, вон здесь сколько травы. Вот вчера солнышко было, тепло было, и вон все поле в траве. Лук, вон перья торчат у меня.
Наверное, на камере не особо видно. Кормила, в общем, проволочника я. Вроде старалась все убирать, а все равно вон лук торчит. От соседнего щавеля к нам пришел. Да. Подожди. Его помыть надо. Он грязный. Щавель. Давай, бери. Свой этот, лопата торчит. Сюда зашла. Здесь вам расскажу. Здесь не такой сильный ветер. В общем, в этом году я хочу сделать детскую грядку. Такую выбрать место. Да, девочкам. Да, у меня же две девочки, их же тоже как-то надо приучать вот с малых лет. И вот я сделаю грядочку, да, Элизочка, вам дам семена всякие разные, лучок, морковку, и вы с Настей посадите, а потом мы посмотрим, что у вас вырастет. Как тебе такая идея? Классная? Чего пальцы? Вот, когда будем сажать, я вам сделаю грядку, вы туда горох посадите, да? Подсолнух посадите с Настей. Мы заходим, посадим. Редиску посадите, да? Ступиво заходим, посадим. Да. Будет у вас такая ассорти грядка. Да. Будете ухаживать за грядочкой своей, наверное, да? Поливать. Да. Ну и будет маме хорошо, потому что когда я начинаю сажать, девчонки... У нас есть лейки. Есть лейки, да. Это нам покупают до нас. Да, они там лежат, ждут вас. Когда будет огород, я достану их потом. Потому что я когда начинаю сажать, девчонки, мам, давай я тебе помогу. Ну, естественно, даешь помогать. Ну, хотя мать-то сама не отличается от детей, когда, судя по моему неровному чесноку, да? Как я его насажала-то? Вот такие вот полосы. У детей, наверное, еще лучше получится. Вот, и уже они будут там сидеть, ухаживать, смотреть. В общем, думаю, будет им это интересно. А потом с гордостью говорить, это я посадила, это я вырастила. Это же, в общем, будем приучать девчонок к огородству. Может быть, им это понравится. Как я уже, ну, до этого тоже рассказывала. Когда заставляют, это одно, да, как-то так вломы сразу же делать. А когда ты это делаешь сам, это, ну, более интересно. Еще как бы такой возраст, все равно маленький, много чего не разрешается, да, ту же морковку посадить или еще что-то. А так девчонки уже будут, как бы, как посадят, так посадят, там посмотрим. Вот, но будут чувствовать себя гордо, естественно. Вот такие вот дела. Ладно, пойду доставать побелку. Давай курточку переоденем, идем. Я ей не разрешаю за калитку ходить, чтобы никуда не убежала. И вот она, видите, как смотрит. Сделала хвост, одела свою рабочую ветровку. И что, тучи намели, и вон капает дождик. Не сильный, но капает. Элиза, ты же моя хорошая. Песочница. Идем. Дождик же капает. Айда. Потом поиграешь. Айда, дождик пройдет, ты поиграешь. Нет. Дождик же капает. Идем. А то ты и так сопливишь. Идем, моя хорошая. Сейчас дождик закончится, выйдешь. Хорошо? Просто в дождик не надо. А то у тебя и так мы лечим. Сопельки, горлышко. Будет еще, все в садик будут ходить, а ты вон дома сидишь, скучаешь, да? Грустненько тебе. Но небо, конечно, все затянуто, не знаю, когда закончится дождь. Даже кошечки зашли, да, любуются на дождик. Ну, что-то разошелся дождь. Надо закрыть дверь.
А дождик-то у нас разошелся. Здесь вот не видно. Сейчас выходила, Зевсу давала еду. Аж вся вон, спина там вся. Сильный ветер. Еще поставила тазик под крышу, чтобы туда мне вода дождевая набиралась. Снега нет, теперь будем дождевую воду набирать для своей рассады. Уже пришла Настя со школы. Мы уже сделали с ней уроки. В общем, а дождь-то разошелся все-таки. Как хорошо, что я в этот раз, ну, прям молодец, то, что я не успела и не побелила. Сейчас бы что побелила, все бы воды бы этой смыло дождем. Дуся тоже сейчас, когда выходила, решила домой зайти. А Фрося, мамаша ее. А Фроська, мамаша ее, она это, на веранде спит, все. Она любит спать на веранде. Такие вот, такую погоду. Да, Настя, заметила? Папа им тут еще вон жвачки покупал. Мне вот такое, вот такая татушка в этой, а Элизе она уже прикрепила свою татушку. Вот моя татушка с цветочком. Угу. А что он там делает? Ты что ли спишь? Вот это дождик на улице сильный капает. Вот хорошо то, что ты домой зашла. Хорошо то, что ты домой зашла. Там такой дождик капает. Сильный.